Ну, всем привет из примерочной. Я вам пыталась снимать в зале, но вы видели, какое безумие у нас творится в зале. Музыка орет так, что мне кажется, я сейчас оглохну. Я, наверное, вынуждена буду наложить озвучку, потому что я не думаю, что YouTube пропустит. Ну, ужасно, что здесь творится. Если честно, девочки, мне кажется, что я больше никогда не пойду в зал. Ну, во всяком случае, в эту. Я совершила такую стратегическую ошибку, я пришла в Зару, которая близко к моей работе, и здесь абсолютно безумные столпотворения, полно людей, в общем, очередь в кассу, очередь в примерочную, все валяется, все грязное, размеров нету. Ой, выключили музыку, боже, какое счастье, я могу перестать орать. Короче, давайте будем примерять. Я кое-что нашла, что нашла, то принесла. Покупать не буду ничего абсолютно, потому что, чтобы выстоять в кассу в очередь, нужно постоять час. Я не собираюсь этого делать, потому что, типа, мне больше делать нечего. Давайте попримеряем кое-что, но, если честно, у меня какой-то такой... Другая Зара, правильно, честно. У меня какой-то происходит переоценка ценностей, наверное, потому что, ну, невозможно, это просто ужасно. Ну все, давайте выйдем из этого плохого настроения и попытаемся немножко поднять настроение сами себе. Значит, первый комплект. Если вы слышите меня, я очень рада. Или вы слышите музыку, или вы слышите орущих детей по соседству. Белые шорты. Немножко сдвиг у меня, правда, после Uniqlo. Я решила примерить, именно мне хотелось вот в комплекте с пиджаком, посмотреть, как выглядят шорты с пиджаком, потому что у меня всегда была эта идея носить вот так вот шорты с пиджаком. Мне очень нравится, если честно, именно вот в таком вот комплекте, в таком варианте. Эти шорты мне огромные, они мне очень большие, размера на 2 больше, чем мне нужно, но они как бы делают свою работу вот в этом комплекте с пиджаком. Может быть, они могли бы быть даже немножко короче, а я сейчас попробую их подтянуть, подвернуть, потому что идея вот сейчас ношения шорт с пиджаком заключается в том, что пиджак должен быть практически на длине шорт. И принесла я такой топик блестящий и несколько пиджаков, с которыми несколько юбок, платья, в общем, давайте я все это примерю сейчас вам. И будем смотреть, что хорошо, что плохо, что красиво, что нет. Я даже не знаю, если называть вам цены и размеры, и просто потому что... Ну, я вам кое-что покажу, наверное, чтобы вы имели представление, что почем. Так вот они выглядят в полный рост. Меня закидали комплиментами после примерки в магазине Uniqlo, что мне очень идут шорты. Я, видите, вдохновилась, сейчас буду лепить на себя короткие шорты, где надо и где не надо. Но в Uniqlo шорты были намного лучше, чем здесь. Я себя не слышу, девочки. Если вы меня слышите, я буду очень рада. Вы понимаете, в чем идея? Чтобы шорты были не длинные, а чуть-чуть длиннее пиджака. Вот в этом вся, как бы, вот сейчас красота и мода. То есть шорты чуть длиннее, как бы, они уже выглядят не модно, не современно. А вот я вот так их подкатала, и они, в принципе, выглядят вот очень актуально. Вот именно в таком вот виде, вот, которое чуть-чуть длиннее, чем пиджак. Еще один жакет. Это прям такой шикарный, знаете, как это называется, клубный. Ну, в общем... такой двубортный, размер медиум, и он очень длинный. Знаете, по цвету не очень хорошо именно вот с этими шортами, потому что пиджак такой молочного цвета, а шорты вот именно белые. То есть сюда нужно было бы что-то другого цвета, но я вам просто хотела показать, вот если пиджак, вот идея в том, что пиджак, который вот вровень с шортами должен быть, или шорты должны быть чуть-чуть длиннее, может быть, сейчас я их отверну, потому что этот пиджак был короче, поэтому я их завернула сильнее, а эти, может быть, я немножечко отверну на один поворот, чтобы показать вам, как это выглядит. Ну вот как-то так, вот такая длина немножко побольше, то есть они как бы чуть-чуть выглядывают из-под пиджака, и в принципе вот так вот это должно быть. Девочки, возраст, я считаю, абсолютно здесь не имеет никакого значения. Я живу в стране, в Канаде, в которой короткие шорты носят абсолютно все женщины, абсолютно в любом возрасте. Абсолютно при любой фигуре. Позволяет им фигура, не позволяет. Никто не парится. Если позволяет, носят. Не позволяет, все равно носят. И им абсолютно пофиг, кто что думает на эту тему.
Поэтому вот я вам показываю, потому что я вообще считаю, что в наше время, как бы, ну да, есть, конечно, ограничения, но я вот не считаю, что короткие вещи, мини вот такие вот даже шорты, после 50 это сейчас такой вот уже запрет, как это было раньше. Я абсолютно так не считаю, я абсолютно серьезно считаю, что ничего в этом такого нету. Если вы думаете, что я вот так вот, я так не пойду на работу, но если вы думаете, что я так не выйду на улицу или и не пойду в какой-нибудь ресторан, там бар, вечером на танцы какие-нибудь или там что-то такое, то я абсолютно спокойно вот так вот могу пойти в таких коротких шортах и вот в таком вот пиджаке, только не в этих шортах, конечно, но вот в какой-то такой одежде, потому что я вообще считаю, что шорты с пиджаком — это прекрасная идея, потому что или вот какая-то короткая юбка с длинным пиджаком, потому что пиджак, он такой официальный, это такой стиль... Это такой стиль, как бы, офисный или какой-то такой более солидный. И вот такой вот коротенький шортик или юбочка, они, в принципе, ну, как бы, разбавляют вот этот официоз пиджака, жакета, вот своим такой вот игривостью, легкостью. По-моему, это классная идея. Просто классно. Так, шорты сейчас стоят $16, а стоили 50. Ну, это очень большой размер, 46. Здесь написано 17, а здесь написано 15. Фиг его знает, не знаю. 46 это очень большой размер, это последний размер в размерной сетке. Видите, начинается с 38, 40, 42. Мне надо было бы, наверное, 42. 46 мне очень велики. Но они такие немножко потертые. Хорошие шорты, если бы был бы мой размер, за такие деньги, может быть, я бы взяла. Единственное, что... Если бы это был мой размер, они были бы значительно короче, и уж не знаю, как бы тогда я. Может быть, они у меня были бы слишком короткие. Пиджачок этот симпатичный, стоит он $60. Сейчас стоит, это был размер медиум, он мне, в общем-то, неплохо. В клеточку такая приятная расцветка, очень даже мне нравится. Я бы, возможно, его бы купила, но $60 это как бы дороговато для Зары, я считаю. Ну, вернее, я просто знаю, что еще через... Еще через пару недель он будет стоить там $40, например, если он останется. А не останется, так не надо. То есть, вот, у меня нет такого, что мне что-то нужно. Если бы мне что-то было нужно, я бы купила за 60, но в принципе мне не нужно. Так, это такая юбка. Она мне, конечно, маловата. Это размер medium. Мне бы надо было large, потому что вот здесь вот она очень на мне плотно села. У нее вот такой вот разрез. Нифига себе, правда? До талии практически. Красивая расцветка, наверное, она хлопковая, мне кажется, во всяком случае, производит впечатление. И вот такой неинтересный фасон, видите, она вся такая вот здесь вот сверху в сборочках, а отсюда она расклешается. Ну, гавайская такая, прям пляжная юбочка. А сейчас я с каким-нибудь пиджачком примерю, мне будет интересно. Смотрите, какой я принесла интересный жакет, он такого молочного цвета, дерюшечка такая, и посмотрите, какие у него красивые пуговицы, как будто бы... такой речной жемчуг, очень красиво. Это размер large, он на мне хорошо сел, тоже $60. В принципе, подходит к этой юбке. Немножко не очень подходит по текстуре, потому что юбка такая хлопковая, а пиджак такой более плотный, из такой дерюшки, но мне нравится и сочетание цветов. Что очень подходит по цвету, вот к этой бежевому рисунку, такому молочному. Вот этот молочный цвет молочного пиджака. Довольно неплохо выглядит вместе. Юбчонка, конечно, подкачала размерчиком, но в магазине очень мало размеров, очень мало есть из чего выбирать. В следующий раз, если я вообще поеду в Зару, если честно, у меня какое-то такое разочарование, если я вообще поеду в Зару еще раз, я поеду в другой локейшн, где, наверное, я надеюсь, будет больше товара, больше выбору, и я смогу там кое-что выбрать, что-нибудь более, ну, хотя бы размеры, чтобы было. Еще примерила с этим пиджаком, это прямо вместе хорошо, прям красиво. Кстати, пиджак вот этот мне очень нравится. Это размер medium, но он мне хорош. Вот этот large. А этот medium, и он такой, знаете, немножко такой блестящий, как будто бы атласный. Бортный пиджак, жакет. Все время путаю, простите меня, простите. Вот, и с этой юбкой тоже неплохо, потому что вот это вот бежевый рисунок на юбке. И я вам хочу сказать, что юбка такая, как будто бы... Сейчас я переверну, чтобы вам было лучше видно. Простите, пожалуйста, за такую вот съемку, но маленькая кабинка, поэтому... Значит, юбка такая немножко пляжная, потому что она такая, знаете... с разрезом, такая хлопковая, а пиджак такой клубный, но вместе это выглядит хорошо за счет расцветки.
По-моему, совсем ничего, совсем неплохо. Значит, юбка была размером М, она мне маловато, цены нету, сейловость, $69 она стоила. Я думаю, что сейчас она стоит или 29, или 19, и это хлопок, хлопок стопроцентный. Видите, какая у нее красивая, красивая форма для девочек, у кого не очень большой живот. Ну и даже ларч, если бы был, было бы мне хорошо. Вот здесь вот такие складки, сборки и... Вот такая вот она красиво растет. А, еще одна юбка, или это не юбка, или это какая-то пляжная юбка на купальник, я, честно говоря, не поняла. Я долго искала, как ее заматывать, искала какую-то дырочку, вы знаете, как когда бывает юбка с запахом, что вы как бы продеваете одну часть в другую, но здесь ничего я не нашла. Как вы помните, Массимо Дутти я искала, как надеть, вот у меня там был такой жакет, потом мне написали, что это платье, возможно. Слушайте, они должны инструкцию прилагать к своим вещам, честное слово. Ой, я не могу. Ну вот замотала как-то в два слоя вокруг себя, и все. Она, конечно, очень неудобная. У нее такой получается большой разрез, и все вот это вот. Не знаю, на что это рассчитано. Ну это вот если на пляж, на купальник только, а так, я не знаю, куда это можно носить. Может быть, размерчик надо было бы побольше, это же медиум, мне, наверное, маловато, что если бы был бы больше размер, она бы больше обмоталась вокруг меня. Ну, в общем, как-то так. И даже с этим жакетом, вернее, и даже жакет с этой юбкой выглядит очень красиво. То есть вот такой вот жакет, это такая универсальная красивая вещь. С чем вы его не наденете, с любой какой-то дурацкой, невразумительной, непонятной вещью, он выглядит красиво, и он ее как бы поднимает на уровень более высокий, потому что он настолько такой благородно выглядит, что любую какую-то совершенно непонятную какую-то юбку он из нее сделает, ну, что-то такое более или менее вразумительное. Мне еще очень нравится его цвет, потому что это не... Он не белый-белый, кипельно-белый, а такой, знаете, немножко молочно-бежевый, что, в принципе, лучше, потому что белая вещь, она очень яркая, очень нарядная. А вот такой вот, немножко такой молочного цвета, бежевого, молочного, слоновой кости, я бы даже сказала, он намного более удобный и намного более носибельный в жизни. Видите, здесь такой цвет, он вообще какой-то желтый, но на самом деле нет. Он вот именно такой, ну, чуть-чуть же молочный, сливочный вот такой вот цвет. Он стоил $170, сейчас он стоит 60. Видите, он был довольно дорогой. Это размер медиум, он довольно оверсайзный, потому что я никак не медиум. Пуговицы у него, видите, под цвет, не цветные. И такие же вот здесь тоже, пуговицы не цветные. В общем, очень-очень симпатичный пиджак, очень удобный, хороший для жизни, мне кажется. Ну и вот этот вам сниму его, он размер large, стоил 150, сейчас тоже $60. Очень интересные, красивые пуговички в нем такие. Ну, это пластик, конечно, но, видите, он такой сделан дерюшка. И они, в принципе, вот примерно одного цвета, но очень разные по качеству. Этот такой блестящий, как будто атласный. А этот такая вот дерюшка, который, в принципе, он даже как-то немножко, ну, как бы выглядит более по-зимнему, потеплее. Так, юбка это была медиум, стоит она $20, юбка дурацкая. Не советую никому. Ну и топик это такой серебряный, просто тоненький топик. Это был размер large, $29. Я думаю, что это цена до распродажи. Я думаю, что он сейчас $10-12 стоит. Но знаете, тоже для определенных целей вот нужна такая вещь. Он такой более-менее нарядный, но в то же время не очень. Тоненький такой, прозрачный, на лето. Большие довольно проймы, это неудобно. Коротенький, ну в общем, короче, можно купить, конечно, вот под что-то надеть, под жакет какой-то. Вы думаете, что я уйду без платья? Нет, я не уйду без платья. Я, конечно, нашла зеленое платье. Опять же, цвет не передает. Цвет очень ярко-зеленый. Это, кстати, размер медиум. На удивление, оно мне как раз. А здесь у него резинка. Не могу ничего сказать. В принципе, неплохое платье, но какой-то странный фасон. Вот эта штука здесь болтается. Тоже разрез. Вот любят они в Заре. Короче, вот так вот оно выглядит. Ну, такое обычное заровское платье. Длинное, с разрезом. Вот тут, единственное, у него еще очень голая спина. Я вам потом на вешалке покажу. Совершенно по-дурацки сделано. В принципе, это можно зашить. По большому счету, это можно зашить. Но
не буду я этим заниматься, мне как будто нечего носить, у меня зеленых платьев есть очень много, вагон и маленькая тележка, но в принципе, если его погладить и как бы надеть на себя, то оно вполне неплохо выглядит, кроме всего прочего, это вот конкретно платье, оно еще и грязное, то есть, естественно, покупать его не буду. Сделаем зелененький монохром. Это такой жакет, он даже, я думала, что он больше такой жакетного типа, а он именно такой какой-то вот, знаете, как будто кардиган, я бы даже сказала. Он совершенно как-то не держит форму, тонкий такой, это размер large, и он не то мне велик, не то просто сам по себе он ни в какие ворота. Ну, в общем, как-то не очень мне это нравится. Совсем он мне, вернее, не нравится. Что-то с ним не то и не так. Какой-то он исключительно неудачный фасон. Может, надо было размер меньше. Ну вот я не пойму, то medium, то large, то large, то medium. Вот так вот вечно я путаюсь во всем. Ну и решила я примерить тоже с этим жакетом. И он, конечно, вытянет любую тряпку. Как я уже сказала. Красиво. Вместе с этим платьем, даже контрастное лучше, чем вот этот монохром зеленый. И, конечно, что ни одень с ним, все будет хорошо. Все будет красиво, девочки. Так, вот здесь вот виден цвет хорошо этого платья. Давайте я вам про него расскажу. Стоило оно $100. Схерали, извините, что в нем такого? А сейчас оно стоит 35, 36,99, простите за мой французский, но я иногда просто вот поражаюсь этим ценам. Это размер medium. Ну, в таком виде оно вообще выглядит, о боже, оно еще и рваное здесь. То есть, вот понимаете, у нас настолько все разобрали, что что-то более или менее как бы красивое, на чем можно остановить глаз, вот как я остановила на этом платье, это все обязательно что-то, значит, дэмэджное. Вот, пожалуйста, порвано. Здесь где-то внизу черный, видите, грязь. И вот зачем они вот это сделали, как бы, вот это такая вот спина. Ну нафига. Ну это можно зашить, вот просто взять вот так вот зашить, и она будет сплошная. Ну а вообще, в принципе, что-то как-то это все не... Ну вот за бант, что ли, $100 берут? Да, вот это, значит, вещь large стоит $60, тоже стоило 99. Я даже, если честно, не могу это назвать жакетом, потому что какая-то тряпка сопливая, такая ткань какая-то тонкая, дохлая. Даже не хочу смотреть состав, ни платья, ни этого, какая-то шняга, если честно. Да. Так, что хочу сказать? Хочу сказать, что последние несколько примерок у меня выходят очень неудачные. Девочки, вы, наверное, это уже заметили, у меня была примерка Massimo Dutti, и вот сейчас в Заре, ну, какой-то полный отстой, честно сказать, вообще ничего. У меня такое ощущение, что у нас в Канаде разбирают вообще все, что не приколочено, расхватывают любую одежду, которая более или менее такая ничего, потому что, например, в Заре на их веб-сайте уже тоже почти ничего не осталось. Разнесли просто вот за первые несколько недель сейла, просто разобрали все, и в магазине тут тоже. Ну, какое это все? Ну, я старалась, вы видели, я старалась изо всех сил. Причем там предрекают кризис, рецессию, ужасную депрессию, ну, в смысле экономическую. И все что угодно, и народ все равно как ненормальный, хватает все шмотки, тащит, покупает, и, в общем, невозможно. В магазине здесь не пробиться, здесь просто дурдом, просто самый настоящий дурдом. Так, давайте закончим на позитивной ноте. Несмотря ни на что, ни на это, несмотря на это, я после работы. Несмотря на это, на улице лето, солнышко светит, погода хорошая, прекрасная, надо радоваться жизни. И все прекрасно, замечательно, шмоток у нас полно, и не будет на распродаже покупок, и не надо. Нам есть, слава богу, что носить. Будем шопиться в своем гардеробе. Все, дорогие мои, люблю, целую. Увидимся в следующем видео. Поставьте мне лайк, если вам не жалко. Я надеюсь, что вам не жалко. Увидимся в следующем видео. Всем привет из Канады. Пока-пока, бай.